জং ব্রহ্ম বরদেন্দ্র রুদমরুত স্তুন্বন্তি দেবৈস্তবৈ বেদৈষাঙ্গ পদক্রমোপনিষদৈ গায়ন্তি যম সামগা ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যম যোগিনঃ যস্যং তম ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ জং ব্রহ্ম বরুণেন্দ্র রুদমরুত স্তুন্বন্তি দেবৈস্তবৈ বেদৈষাঙ্গ পদক্রমোপনিষদৈ গায়ন্তি যম সামগা ধ্যানাবস্থিত তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যম যোগিনঃ যস্যং তম ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ দেবায় তস্মৈ নমঃ। গৌড়ীয় গোষ্ঠীপতি শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ জগৎগুরু টোল্ড, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что темы о Кришне очень непостижимы. Обусловленная душа не может представить. Она не может понять, как это возможно, что есть такая великая, уникальная личность, Верховный Господь, чьи деяния, лилы, все очень чарующе. Гауди Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур сказал, что тема о Кришне, она непостижима. Обычные люди не могут поверить в это, как это возможно. Шрила Прабхупад говорит, что этот Верховный Господь — абсолютная истина. Если мы займем все наши деньги, нашу власть, наше образование, если мы все это как-то займем, но все же Кришна-татву мы не можем понять, это зовется Бхагават-татвой. Шрила Прабхупад говорит, если мы попытаемся занять все наши деньги, власть, образование, знания, все, что у нас есть, то все же мы не сможем понять эту татву. Много раз я говорил раньше, Шрила Прабхупад говорил, что Верховный Господь оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. Через материальные органы чувств, с помощью их помощи, с помощью ума и прочего, мы не можем понять эту татву. Так или иначе, мы не можем понять эту татву, это невозможно. И поэтому, вы знаете, в Упанишадах говорится, то, что что наши собственные усилия для познания Абсолюта, они не будут иметь успеха. Мы будем пытаться что-то сделать, но безуспешно. Поэтому вот в этой шлоке говорится, но мы хотим совершать баджан. У нас достаточно силы. Если у нас достаточно силы, если у нас достаточно веры в Гуру и Вайшнавов, в чистых Гуру и Вайшнавов, Парамахамса Ачари, нашей предыдущей Гурварги, то тогда, хотя это вроде бы невозможно, но все же это возможно. Хотя это невозможно, я знаю, но это возможно. По милости чистых гуру вайшнавов, это на 100% возможно. Наша жизнь, она посвящена Кришне или нет? И в этом главный вопрос. Поскольку Шрила Прабхупад говорит,
в обусловленном состоянии Кришна-бхаджана? Возможно ли, кто утверждает так, кто смеет заявлять о том, что Кришна-бхаджан возможен в обусловленном состоянии, если человек полон анарх, полон всяких нежелательных вещей, недостатков, то как такой человек может совершать баджан Кришна? Это концепция сахаджи. Я не хочу разочаровать вас, я просто хочу сказать о том, как нужно совершать Кришна-бхаджаны. Поэтому я должен говорить о том, как есть, о том, что описывается в шастрах, о том, что говорит Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур. И вот, когда я полон анардх, это практически невозможно, Кришна-бхаджан практически невозможен. Если кто-то спросит меня, какой самый простой путь в этом мире, я могу сказать, что Кришна-бхаджан — это самое простое. А если кто-то спросит, что самое сложное в этом мире, то я также скажу, что это Кришна-бхаджан. Кришна-бхаджан, он как очень прост, очень прост, настолько прост, что ничто не может сравниться с ним по простоте. И в то же самое время Кришна-бхаджан очень сложен, невозможно даже представить, насколько он сложен. О Кришне, все эти взаимоисключающие факторы, они применимы. Кришна, он полон вайрагья. И Кришна, он же Камадев. Что это значит, если он полон отречения, в то же самое время он Бог любви? Он лучший из отреченных. Отреченность во всей своей, во всем своем великолепии, она находится в Кришне. И Кришна, вот он самый отреченный из... Кришна, он настоящий нискинчан. Я не могу сказать про себя, но про Кришну я на 100% уверен, что он имеет качество отречения, непривязанности во всей его полноте. Это Кришна. И кто такой нишкинчан? Он вайрагья. Вайрагья значит не привязанность к материи, это полная отреченность от материи. Имеется в виду от тех вещей, которые не связаны с Кришна-бхаджаном. Практика Кришна-бхаджана о том, как связать все вещи с Кришна-бхаджаном. И в этом великолепии Кришна-бхаджана, и в этом великолепии юкта-вайраги. И вот я уже говорил, что Кришна имеет наивысшую степень отреченности, и в то же самое время он трансцендентный Камадев. Нет никаких сомнений в этом. Пракрита Камадев может быть побежден Шанкаром Шивой. Как Шанкар Бхагаван, когда Камадев его беспокоил, то Шанкар, он вышел из медитации, открыл глаза, взглянул на Камадева, и тот сгорел под его взглядом. Как он сказал, как ты посмел беспокоить меня, Шанкар Бхагавана, настолько могущественного, и что же говорить о Кришне? И будьте осторожны. Мы не сахаджи, под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады мы совершаем бхаджан. У нас достаточно силы, достаточно веры, что мы можем совершать харибаджан, если мы достаточно искренни. И нет никакого лицемерия в нашем сердце.
И вот если мы достаточно искренне и недвуличны, тогда мы можем совершать Харибаджан по милости Гуру и Вайшнавов. Наша жизнь, она должна быть посвящена служению Кришне. Наши все попытки, усилия, они должны направлены на то, чтобы Апракрита Камадев Кришна был доволен нами. Мы, к сожалению, стремимся к каким-то личным благам, каким-то личным наслаждениям. Всегда никто не может доказать, что он вне этого. Все так или иначе, какое-то активное или пассивное вожделение у нас есть иногда. Вот пассивное, иногда активное, но это все очень опасно. Активное вожделение и пассивное. А пассивное вожделение даже более опасно, чем активное. Почему мы приходим? Мы оставили свой дом, пришли в храм, оставили родственников для чего, для какой цели? Мы находимся ли мы в поиске Кришны? Шрила Прабхупад на Бенгали говорит. Мы находимся в поиске Кришны, как те гопи. Они показали нам путь, как искать Кришну. И вот эти гопи показали нам путь, они оставили все. Даже они забыли, их тело есть или уже нет. Они даже забыли о своем теле, и поэтому в Бхагаватам говорится, там приводится такое сравнение, что как человек, который напился вина, он теряет память, и в Бхагаватам вот такой пример приводит, как напившийся человек, он не помнит ничего в одежде, он без одежды, где был и прочее. И вот такое похожее сравнение с бхакти, когда мы напьемся нектара бхакти, то тогда уже все остальное мы забудем, и тогда мы сможем начать Кришна Бхаджан. Но если вы следуете Рагануга бхакти, Кришна Бхаджан, он невозможен. На Витхи-марге мы не можем получить не можем достичь Кришны, но избежать Витхи-марга тоже нельзя. В Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, что на пути Витхи-марга, следуя всем правилам и предписаниям, следуя так или иначе, мы должны пытаться контролировать свой ум и тело, и наши органы чувств. И вот Витхи-марг, он должен быть, и без, не применяя Витхи-марг, никто не может стать успешным, и те ситхи-пуруши, это другое. Но те, кто совершают баджан, те, кто находится в поиске Кришны, они пришли, оставили свои дома, они ищут Кришну искренне, всем сердцем. И если мы действительно искренне, всем сердцем ищем Кришну под руководством Гуру и Вайшнавов, то тогда первое, что мы должны сделать, это мы должны принять помощь Витхи-марга, и потом постепенно мы сможем контролировать свой ум, тело, органы чувств и все остальное. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, и вот здесь садхинота, свобода, что значит? Кто-то думает, что свобода, что не находиться не под чьим влиянием. Но это такое примитивное объяснение свободы. Но настоящая свобода, это не значит, что мы можем делать все, что нам заблагорассудится. А согласно шастрам, определение свободы, то, что мы можем избавиться от влияния майи. И тогда майя уже не может
влиять на нас, и это зовется свобода, освобождение. Какие-то страны сражаются ради независимости, но это исключительно материальное понятие. Но подлинная свобода, подлинное освобождение значит, что мы должны избавиться от влияния трех гун материальной природы. Иначе получается, что мы слуги Майя. И вот давно я говорил о том, когда Хануман, он пришел к Раване, Равана спросил, кто ты. И Хануман думал, что этот Равана полон раджа тамагуны. И как же ответить на его вопросы? В то же самое время Сита Деви. И Сита сказала, почему бы тебе не сказать, что ты слуга Рамы? И Хануман обрадовался такой подсказке и сказал, что я слуга Рамы. И Равана засмеялся, как сумасшедший, ты слуга. Ты настолько могуществен, я думал, ты какой-то царь, как минимум, какой-то страны, но сейчас я узнал, что ты какой-то слуга. И да, ты настолько могуществен, что выглядишь как какой-то царь, но сейчас я узнал, что ты слуга. И вот Хануман сказал, да, я слуга. Но слуга Шри Рамы Рахилешвара Парабрамы. А ты слуга Майи, ты слуга своих органов чувств, ты находишься в иллюзии. Ты служишь Майи, а я служу самому Раме. Это совершенно разные вещи. И таким образом, свобода значит, независимость значит то, что мы должны избавиться от влияния трех гун материальной природы, и даже после этого мы не можем гарантировать, что мы можем совершать Кришна-бхаджан. Даже после этого нет никакой гарантии. Если вы сможете избавиться от влияния Майи, то хорошо, это очень хорошо. Но после этого какова ваша цель? Если ваша цель совершать Кришна-бхаджан, есть особая процедура, мы должны следовать ей. Иначе, если мы избавились от Майи, следуем какому-то садгуру, какой-то практике из этих четырех авторитетных сампрадай. Но опять же, это не значит, что вы Кришна-бхаджан можете совершать. Кто-то Нарайна-бхаджан совершает, кто-то Нарисимха-бхаджан, кто-то Вишну-бхаджан. Конечно, вы можете достичь совершенства в своем бхаджане, но достижение совершенства не значит, что достижение Кришна-бхаджана. Сейчас, может, вы избавились от влияния Майи и следуете садгуру, обрели достаточно духовной силы, но это, опять же, не значит, что вы сейчас можете совершать настоящий Кришна-бхаджан. Кришна-бхаджан, он может совершаться только под руководством Враджаваси. И не для всех это возможно. Шрила Бхактивинода Тхакура, он в Раджаваси, Шрила Прабхупад, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Сиддхартха Госвами Махарадж, они вечные, подлинные в Раджаваси, и под их руководством мы можем совершать Кришна Бхаджан. И также вопрос расы. И также я хочу ответить, что это шлока Гаудия Матха, Парам Виджайтеш Шри Кришна Санкиртанам. Парам Виджайтеш Шри Кришна Санкиртанам — это абсолютный слоган, абсолютный девиз Гауди Матха. Но не все это понимают. И почему такой девиз выбрал Шрила Прабхупад? На воротах Чайтани Матха написан этот девиз. Парам Виджайтеш Шри Кришна Санкиртан. Поскольку Шри Кришна Санкиртан, если мы можем совершать Шри Кришна Санкиртан совершенным образом, то это Парам Виджайте, наивысшее, поскольку через Санкиртан, Парам Виджайте Шри Кришна Санкиртан,
через совершенный Шри Кришна Санкиртан мы можем обрести возможность совершать настоящий Кришна Бхаджан. И совершать подлинный Кришна Бхаджан, также есть возможность, что мы будем следовать каким-то из пяти различных рас. Есть пять основных рас. И вот мы можем обмениваться с Кришной этими отношениями в этих пяти различных расах, но материальные расы, они принесут одни проблемы, а трансцендентные расы, они приведут к освобождению. Шрила Бхактивинода Тхакура в Киртане пишет, что мы теряем терпение совершать непрерывный киртан, но признак подлинного Гаудии в том, что непрерывный киртан, непрерывный санкиртан исходит из его лотосных уст. Шрила Прабхупада сказал об этом, это единственный признак. Это единственный уникальный признак совершенного Гаудия, то, что он непрерывно совершает санкиртан, это его главный признак. Шрила Прабхупада сказал об этом, непрерывный санкиртан. Мы можем совершать, и через этот совершенный санкиртан мы можем обрести возможность обмениваться различными пяти расами. Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхурья, и хотя Рамачандра и другие аватары, они есть. Но в этом случае мы можем какими-то расами обмениваться, но не полной, а двумя с половиной расами только. А почему? Поскольку вот в этих отношениях двух с половиной раз есть такое благоговение, такой страх перед Господом, то есть он смешан как-то со страхом, с тем с осознанием того, что Кришна, Он Верховный Господь, а вот а в других а в Кришна Бхаджане такого нет. Вот Шрила Прабхупада говорит, что люди с Южной Индии, они до сих пор не имеют представления о Кришна Бхаджане. Они думают, что Кришна, он не авторитет, не следует ничему, ведет себя как попало, никакого этического, морального характера у него нету. И такие южноиндийские люди заняты только поклонениями Лакшми Нарайане. И вот Шрила Прабхупада, он говорит, что до сих пор они не понимают Кришну, они не понимают великолепия Кришна Бхаджана. Как Рамануджачарья, Мадвачарья, у них есть различные сиддханта. Когда Рамануджачарья, и вот в Рамануджа Сампрадае считают, что Нараяна наивысший, поскольку Нараяна, он нерожденный, он не рождается. Хорошо, он вечно присутствует, но вот они думают, что раз Кришна рождается, значит, он не Верховный Господь. Но они забывают об одной важной шлоке. Вот об этой шлоке. И Кришна говорит, что мое рождение, оно дивье, оно трансцендентно, оно духовное, не только мое лила рождения, она также вечна. Сегодня в 12 ночи мы с великим энтузиазмом будем. И вот в Раджавасе они радуются, когда рождается Кришна. В это время они организуют большой праздник в день Шри Кришна Джанмаштами.
Гурупад Падма говорил из читания Чайтамриты. И вот что это значит? Значит, что Кришна имеет спонтанную, естественную любовь к Враджаваси. Кришна не может жить без Враджаваси. Враджаваси — это сердце и душа Кришны. Кришна не может жить без них. И вот есть огромная, естественная, спонтанная любовь Кришны к Враджаваси и Враджаваси Кришны к Кришне. И вот те Враджаваси, они также, они чувствуют огромную любовь, огромное влечение, бесконечное влечение к Кришне. Естественно, спонтанное чувство к Кришне. Не видя Кришну, они не могут жить. Парат Паракилешвар Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, когда пришел в этот мир, чтобы научить нас Кришна Бхаджану, не Нарайна Бхаджану, а именно Кришна Бхаджану. И тогда Шри Кришна Чайтанья Махапрабху плача сказал: мы очень удачливы. И вот у нас есть все дневники Шри Чайтанья Махапрабху, в которых он описывает, как совершать Кришна Бхаджан. Нам не нужно, как совершать Рагануга Бхаджан, он описывает, как начать Кришна Бхаджан, как войти на путь Расататвы. Махапрабху оставил все эти наставления, и мы очень удачливы, поскольку мы из Гауди Сампрадая, у нас есть возможность принять все это, особенно Шрила Прабхупад говорит, последние 12 лет Шри Чайтанья Махапрабху он совершал бхаджан внутри Гамбхиры. 24 বছর শেষে যেই মাঘ মাস তাহার পূর্ণিমা তার হ্যাঁ পূর্ণিমাতে বহু করিলা সন্ন্যাস এই 24 বছর শেষে যেই মাঘ মাস আফটার 25 ইয়ার্স এ вот через 20 when the magh mas that you know পূর্ণিমা then prabhu went out of room after this total another 25 years mahaprabhu going to lila manifesting lila. И вот Махапрабху 24 года, в 24 года принял саньясу, из них 12 лет находился в Гамбхире и являл такое необычное чувство Радхарани, Манджари Бабу, Сакхи Бабу, иногда Радхарани Бабу. И другие 12 лет, 6 лет Махапрабху, он совершал паломничество по всей Индии, еще вот 6 лет Махапрабху посещал различные места, совершал Харинам Санкиртан, проповедовал по разным местам. И вот во всех этих местах Махапрабху он проповедовал. Но Нилачал Кшетра — это главное место. Махапрабху он принял прибежище в Нилачале, чтобы показать мистерию того, что Нилачал — наивысшее место, где можно обрести чувство разлуки, поскольку Шри Кришна в форме Шри Кришна Чайтанья с чувством Радхарани, все это вместе. Махапрабху он проявил свою лилу в Нилачале. Если возможно, я хочу обсудить особые
в Пурушоттам врату или Картик врату вот, обсудить особые темы с этой Нилачал Лилы, чтобы по милости Гуранги Нитянанды, если это произойдет, мы можем пытаться что-то делать, но не всегда получается. Нам нужна милость Нитянанды, нашей Гурварги, с помощью своего ложного эго. Я не могу говорить ни о чем, кто я. Если Господь позволит, то тогда мы можем. И вот в Гампхире, если вы хотите понять Кришна Баджан, в Пурушоттам врату я хочу говорить об этом, чтобы дать указание, дать направление, как можно совершать Кришна Баджан. Мы должны обсудить эту Нилачал Лилу Махапрабху. Много раз ранее я говорил под руководством Гуру Варги, что Гуранга Лила, сочетание Лила, это что, вот Махарадж говорил, что Гуранга Лила это аналитическое объяснение Кришна Лилы. Гуру Лила это полное научное объяснение Кришна Лилы. Поскольку прямо, если мы будем пытаться понять Кришна Лилу, то на каждом шагу есть вероятность понять неправильно, очень сложно и запутанно, почему Кришна делает то или это. И даже вот сейчас люди с Южной Индии думают, что Кришна какой-то бессовестный, бесстыжий, безморальный человек. И они не могут представить того, что делает Кришна. Они заняты. Но опять же, нельзя думать, что их ачарья, как такой великий, как Рамануджачарья, не знает о Кришне. Я уже сравнивал вот учение Шанкарачарьи, Рамануджачарьи и прочих ачарьи. Но в то время я сказал, что не думайте, что Мадхавачарья он не знает полной татвы. Или о том, что Рамануджачарьи не знает полной татвы. Когда великие ачарьи, они снисходят на эту землю, они посланы Верховным Господом. Когда те великие ачарьи, они приходят в этот мир ради проповеди согласно времени и обстоятельствам, поскольку Шанкарачарья, он был вынужден прийти по желанию Верховного Господа, чтобы защитить хинду дармы от буддистов и прочих. В итоге мы видим то, что чтобы защитить внешне санатану дарму, но в итоге, если мы будем все выше и выше смотреть, то мы увидим, что в Шри Чайтанья Чайтамрите написано, что те буддисты, их представления, их идеи, они лучше, чем майявади. Махапрабху говорит, в Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, и вот Шанкарачарья хотел защитить веды, поскольку эти а Шанкарачарья, он достиг успеха в своей миссии в защите вед. И после этого, согласно желанию Верховного Господа, он основал Шуньяваду, Майяваду. Махапрабху говорил об этом, я также обсуждал эти темы, и вот Шри Чайтанья Чайтамрите говорится, что те, кто буддисты, они лучше, чем майявади. Поскольку буддистов сразу видно, что они майявади. И если вы увидите какого-то буддиста, нужно принять омовение вместе с одеждой, как или майявади, если увидите
Но опять же, буддисты, чем хороши, то, что видно, что они буддисты, что нет толку к ним ходить. Но о майявады, но насчет майявады, они вроде бы веды изучают, прикрываются ведами, но майявады. То есть они снаружи являются другими. Точнее, они косят под то, что они ведам следуют, но ни во что не верят и ничему не следуют, а просто прикрываются ведами, чтобы одурачить людей. И также, если кто-то держит перед собой Бхагаватами, обманывает людей, это очень опасно. Человек может красиво говорить, но это может быть все обманом. Это более опасно, чем просто какие-то открытые буддисты, которые не скрывают, что они буддисты. И поэтому в читании Чаритамриты говорится, что майявади, они держат веды перед собой, прикрываясь ими, они проповедуют свою майяваду. И это более опасно, чем открытые буддисты. Если вы не обижаетесь, я могу напомнить вам, что Шрила Прабхупад сказал, что большинство из нас в той или иной степени осквернены майявада сиддханты. Основа майявады в том, что они не верят в вечное существование Кришны и вечное существование Гуру и Вайшнавов, и вечное существование Дамы – это основа майявады. И если у нас нет стопроцентной веры в Гуру, Вайшнавов и Бхагавана, то тогда какое-то осквернение этой майявады у нас есть. Если мы по милости чисто Гуру, Вайшнавов избавимся от такого неверия, то это очень хорошо. Но сейчас такое неверие у нас есть в какой-то степени, из-за этого мы не можем полностью посвятить нашу жизнь и душу Кришне. Наше тело, ум, речь, оно не может полностью посвятиться Кришне, и поэтому наше посвящение, наша преданность не совершенно, но внутри Гамхиры какую-либо Махапрабху являла, и это подлинный путь Кришна Баджана. И та лила, показанная Шрилой Бхактивинода Тхакуром, та лила, показанная Шрилой Прабхупадой, это точный путь, как совершать Кришна Баджаны. Иногда Махапрабху плакал перед преданными: «Я неудачлив, я не могу совершать Кришна Баджан». Иногда Махапрабху плакал. И он сожалел о том, что не мог совершать Кришна Баджан. И если у нас такое чувство, то что наша жизнь как жизнь насекомого, которая не имеет никакого значения, если у нас такое чувство, и как мы можем совершать Кришна Баджан, и в тот момент, когда это чувство затронет наше сердце, что мы бесполезны, что мы очень малы и незначительны в этом бесконечном мире. Мы можем сравниться с насекомым, как Харидас Такур, он плакал и говорил: вот Махапрабху сказал Харидасу: «Харидас, ты хочешь уйти, оставив меня? Вся моя лила, она происходит с твоим участием, и ты сейчас хочешь уйти от меня, как это возможно?» Харидас Такур, он намачарья, Махапрабху также совершает Харинам Санкиртан. Махапрабху говорит: «О, Харидас, все, что я делаю, все, вся моя лила, она с твоим участием». И Харидас Такур говорит: «О, Прабху, не думай так. В бесчисленном мире, в бесчисленных брахмандах так много душ.
И если такая незначительная малая душа, как я, умрет, то что плохого в этом? Какая потеря у тебя? Бесчисленное число других джив. И те, кто совершает подлинные харинам, плача, их, они всегда думают о Кришне, повторяя его святые имена, и те, кто совершают повторение Махамантры с таким экстатическим чувством, будьте уверены, они уже вошли на путь Намабаджана. Намабаджан — это значит Рагануга Баджан. Намбаджан на 100% значит, что это Рагануга Баджан, и нет никаких сомнений в этом. Есть какие-то научные эти признаки. Maybe everything, Brajavasi Mahina, they are cleaning the lotus feet of their Acharya with their hair. Yes, practical example. Вот в Матхуре был какой-то товарищ один, который строил из себя Рагануга Бхакту и... Занимался всякой ерундой, как, например, эти женщины в Раджавасе мыли его ноги своими волосами. И вот, и, к сожалению, таких этих сахаджи полно. Можем ли мы с полной уверенностью заявить, что мы находимся в поиске Шри Кришны? Мы вроде бы пришли в матх с такой целью, чтобы найти Кришну. Вначале это чувство помогало нам, но впоследствии под именем сатсанги, если мы получаем различную асатсангу, то забываем ту цель, ради которой пришли. Я вчера говорил об этом. Шрила Прабхупад сказал, что те так называемые преданные, если они не будут думать об этом на пути своего баджана, если они не будут чувствовать, что такое сатсанга, что такое асатсанга, как защитить себя под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура, они не смогут совершать Рагануга Баджан. Они просто падут. Обусловленные души не могут переварить это. Те, то есть Сидда Махатмы. Сидда Махатмы, они не подвержены влиянию асатсанги. Как Харидас Тхакур перед Лакахирана пыталась как-то соблазнить его, но ничего не получилось. А потом сама Майядеви пришла, чтобы соблазнить Харидаса, но она ничего не смогла сделать. И вот те, кто возвышены, возвышенные преданные, их ум всегда находится на Голоке, они всегда думают и воспевают лилы Кришны, и для них нет никаких проблем. Но для обусловленных душ Махапрабху сказал вот эту шлоку Читодар Панамарджанам, то, что везде. Это материальное существование, оно подобно лесному пожару. Even with the medicine, corona medicine, that's what it is. He said, no, it is not medicine. Because the medicine they approve, then they are going to earn billions of dollars. То есть можно видеть, что в материальном мире практически везде политика, и даже вот с священными писаниями тоже кто-то пытается как-то исправлять их, как-то одурачивать людей. Everywhere is a forest fire. But when you are going to attain that paramahansa state,
Но когда мы достигнем уровня Парамахамсы, то тогда уже не будет никаких проблем. Любые проблемы, которые могут приходить, они не будут влиять на нас. You are going to put complaint against this Maharaj is doing this. We have our duty to speak wrong and right, that's why speaking. Other who care man who is doing what? It is our responsibility to speak. It is not criticism. Это наша обязанность говорить, что есть что. Это не критика, если мы говорим о каких-то очевидных вещах. А когда мы достигнем уровня Парамахамсы, то мы будем видеть все, весь мир в блаженстве, в абсолютной гармонии, но это уровень Парамахамсы. Но вначале, когда мы начинаем баджан, мы должны следовать Витхимаргу, пути с правилами и предписаниями. И если мы поместим себя под руководство Гуру и Вайшнавов, Шрила Бхактивинода Тхакур много раз говорил, и вот он в своих киртанах описывает состояние обусловленной души и чувство Рагануга Бхакты. И один из главных качеств Рагануга Бхакт – то, что они не могут прекратить воспевать славу Кришны. И вот Брахма Гития описывается, гопи говорят, что мы можем оставить Кришну, но не можем воспевать славу Кришны. Может, Кришна ушел от нас, не придет, но мы не можем прекратить говорить о славе Кришны. И Удав, он, когда он отправился во Вриндаван, он увидел, что он просто глупец. Он увидел состояние тех враджаваси, те гопи, они свои санкиртаны, свои харикатхой могут очистить все миры. Он увидел их великолепное чувство. И вот Парам Виджейта Ишти Кришна Санкиртана, это признак Рагануга Бхакт, они могут совершать непрерывные Хари Санкиртан, это главный, основной признак Рагануга Бхакт. И вот мы сейчас следуем пути Витхи Марга, мы находимся под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура и следуем Витхи Маргу, но этот Витхи Марг, он даст нам возможность войти на путь, достичь враджарасы, и тогда мы увидим, что когда нет, не будет никаких преград на нашем пути, мы увидим зеленый свет, и согласно нашим потребностям, нашим желаниям, мы обретем ту или иную расу с Кришной. Если мы хотим обрести Вацаля расу, например, в ее полной полноте, но все равно вы должны следовать Кришна Бхаджану. Поскольку в Рам Бхаджане тоже есть Вацаля раса, но если вы хотите получить наивысшую Вацаля расу, она возможна только с Нанда Яшодой, а не с Дашарадхой, Кайкеей и Каушали. И Сумитра нет, там Вацаля, конечно, есть какая-то, но не в такой превосходной степени. Я не говорю, что Вацаля у них нету, но именно наивысшая идеальная Вацаля раса, она проявлена в лиле Кришны, Нанды и Яшоды. И таким образом Вацаля раса, она полностью проявлена в жизни Джаганнатх Мишри, Шачи Деви. И вот когда Махапрабху и Кришна Чайтанья Махапрабху или Бхагаван Шри Кришна, они
являют какую-то расу, то эта раса, она в своей наивысшей полноте, и мы не можем сравнивать их с какими-то другими расами. И также вацаля раса, сакша раса, все в Кришна-бхаджане можно найти их все великолепие, не в Мадхура-диш Кришне, не в Дварака-диш Кришне. И Пурна-тама. То есть эти лилы и расы с Кришной, они великолепны, они наивысшие. И Махапрабху осознал, что для обусловленных душ невозможно понять, что такое Кришна Бхаджан. И Махапрабху, Кришна в форме Махапрабху, он снизошел в форме преданного. Кришна пришел в форме своего преданного, чтобы показать нам, как мы можем совершать Кришна Бхаджан. И поэтому максимально под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура мы можем получить максимальное благо. Конечно, примите вы это или нет, это уже другой вопрос, но они дали наивысшее, что возможно. И благодаря тому, что мы следуем Шрилы Прабхупаде и Бхактивинода Тхакура, мы можем все это обрести. И вот Махапрабху и Сарвабхаума Бхаттачарья, он написал эту шлоку. Кришна Бхаджан, он не так прост, и сам Махапрабху пришел, чтобы показать нам пример. Читание Читамрити ясно говорится. Кам Гайтри Кам Бидж. И через это Кама Гайтри Кам мы можем достичь успеха и в Гаутаме Тантре, и в других, и как там это объясняется, Кама Гайтри, настолько сокровенно. Если мы обретем Кама Гайтри из достойного источника, из подлинного источника, то будьте уверены, вы обретете наивысшее богатство во всех 14 мирах. Кама Гайтри — это наиценнейшее, величайшее во всех 14 мирах. Но, к сожалению, мы под видом Харибаджана занимаемся какой-то зарядкой и не понимаем значения Кама Гайтри. Кама Гайтри — это сам Шри Кришна. Если кто-то утром повторяет Кама Гайтри, когда нужно повторять все эти гайтри перед восходом солнца? Когда солнце восходит, мы должны представлять, мы должны видеть Кришну Чайтанья Махапрабху там, в Гаурангу. Но когда мы вошли на путь Рагануга Бхаджана, то тогда это обычное правило, что аник гайтри мантры нужно повторять где-то 4-4.30, но желательно не позже. Мы должны медитировать на нашу мантру. Если мы повторяем гуру мантру, гуру гайтри, а если вместо во время повторения этой мантры вы думаете о каких-то посторонних вещах, то что толку, когда мы повторяем Гуру Гайтри, мы должны думать о своем Гуру Деве, о его лотосных стопах. И тогда наша медитация, она будет успешна. И когда вы обретаете милость Гуру Вайшнавов, то ваше сердце, ваш ум,
они будут полностью умиротворены. И вот любые мантры, которые мы повторяем, Гуру Гаятри, Брахма Гаятри, когда мы повторяем их, мы должны думать о том, что описывается в этих мантрах. И мы должны видеть образ Махапрабху или Гуру в солнце, которое восходит. Если мы повторяем мантру Шрили Прабхупады, то мы должны увидеть его сияющую фигуру. Но если мы повторяем мантру Шрили Прабхупады, то можно иногда видеть, что Шрила Прабхупада иногда он является в образе Гуранги, иногда он опять является в форме Шрилы Прабхупады. Это правильная концепция, это правильный процесс. А что такое дикша? Перед тем, как получать дикшу, мы должны иметь какие-то качества. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, главная проблема в том, что мы не думаем о качествах тех людей, которые получают саньяс брахмачарию, и поэтому случаются всякие непристойные вещи. И Кама Гайтри, Кам Бидж. Это трансцендентная Кама Гайтри. Мы должны поклоняться Кришне. Мы по-другому мы не можем поклоняться Кришне, и сейчас вы должны следовать нашей гурваге, повторять все мантры, и после этого в какой-то день вы сможете избавиться от влияния майи, и так постепенно под и мы также должны помнить, что мы всегда должны слушать Харикатху. Любая процедура баджана, о которой я говорю вам, нама санкиртан всегда должен проходить в вашем сердце, если вы идете в какие-то другие места. И вот куда-то, если вы идете, то нам санкиртан, он должен быть в вашем уме. Идете на рынок, то нам санкиртан тоже вы должны совершать. Вы не должны прекращать повторять святые имена Кришны. И это признак Рагунога Бхакти. У них есть огромное чувство к Харинам Прабху. Они осознают великолепие превосходства Харинама. И вот под руководством Гурупад Падмы Гурудев рассказывает, как Кришна явился. Почему Кришна настолько особен, настолько уникален, каково великолепие Кришны? Махарадж об этом будет говорить. Есть 64 различных качества, уникальных достоинства, как в Нараяне, так и в Вишну, но 4 особых качества есть только в Кришне. Лила Мадхури, Рупа Мадхури, Гуна Мадхури и Виду Мадхури. Есть 4 вот этих уникальных качества, которые есть только в Кришне и ни в ком еще. Ни в ком больше их нет. Не думайте, что Рамануджа Ачарья не знал полного, поэтому говорил, что Нараяна это все и вся. Нет. Мы должны понять, что Рамануджа Ачарья пришел с какой-то другой целью. Мадхвачарья тоже пришел с отдельной целью, и Нимбарха, и Вишну с вами. Они все посланы Верховным Господом, чтобы исполнить какую-то миссию. Когда Рамануджа Ачарья явился, он получил указание от Верховного Господа, чтобы идти и совершать какое-то конкретное служение. И таким образом, какое-то определенное служение дано с Верховным Господом им, и они пришли согласно своей расататве, они говорят то или иное, но это не полное. Согласно времени, месту и обстоятельствам, это, конечно, хорошо.
И те, кто совершают рамбаджану, у них тоже есть. Они тоже уверены, что рамабаджан – это наивысшее, да, это согласно, несомненно так, но согласно их самбанта-гьяне, их расататве, времени, месту, обстоятельству, если они не думали бы, что Рамачандра наивысший, то зачем бы они совершали ему баджан? И поэтому в Читании Чайтамрите говорится, что все расы, они великолепны сами по себе, они превосходны. И согласно своему положению, все расататвы уникальны. Но если зайти на беспристрастную платформу, на беспристрастную точку зрения и смотреть оттуда, то Мадхур расататва, она наивысшая. Но опять же, все расы, они великолепны. Те, кто следует Ватсалья Расе, они уверены, что это наилучшая, наивысшая раса. И это действительно так. Нет сомнений в этом. Сакья раса, она также наивысшая, наилучшая. Если она не была бы наилучшей, как бы преданные чувствовали такое вдохновение. И вот все расататвы, они все великолепны и уникальны, но если смотреть с нейтральной точки зрения, то мы увидим, что все расы великолепны, но вот с нейтральной точки зрения мы увидим, что Мадхурия раса, она наивысшая, и ничто не может сравниться с ней, и даже в Мадхуре Расе есть свакия и паракия. Свакия значит, когда Кришна, у Кришны такие законы, жены авторитетные, а паракия, я не говорю, что это незаконно, но люди могут думать так, для Кришны нету что-то авторитетного или неавторитетного, но для Кришны все авторитетное, законно, но какие-то этические принципы присутствуют в Свакия Расе. Когда мы думаем, например, о Рукмини, то там все правила, предписания, мораль, принципы. Но когда мы думаем об отношениях Кришны и Гопи, то это паракия, там нет. Тяжело это понять, это за пределами человеческого понимания, и в этом случае говорится, что паракия Мадхур раса, она наивысшая Мадхур раса. И различные великолепия рас. И вот Рагануга Бхакта, Рупануга Бхакта, особо, особенно в Мадхура, Паракия Мадхур Раса Бхакта. И вот Паракия Мадхур Раса, она наивысшая в Шри Чайтанья Чаритамрите, говорится об этом. И вот если мы не можем почувствовать явление Кришны, сегодня день явления Кришны, но если мы не можем почувствовать явление Кришны в нашем сердце, то это бесполезно. Если просто будем поститься до 12 ночи, кто-то жажду чувствует, не может поститься без воды, кто-то думает, что это упавас, но нет, это не упавас. Подлинный упавас значит то, что мы должны находиться рядом с Кришной, мы должны думать о Кришне, мы должны совершать, помнить все лилы Кришны. Упавас значит находиться рядом с Гуру Вайшнавами, с Бхагаваном. Поскольку если вы находитесь рядом с Гуру Вайшнавами, то они будут говорить о, особенно Гаудии, они будут говорить о Кришне Читании, и таким образом
Упавас значит находиться перед, вместе с Гуру Вайшнавами, воспевать Харинам Санкиртан. Просто поститься этого мало, если вы не чувствуете никакого радости, никакого великолепия, явления Кришны в вашем сердце. Кришна, Он явился в Матхуре, это платформа Вишудха-гьяна, и эту татву я могу в дальнейшем объяснить, поскольку это долгая тема. Матхура — это гьяна Бумика, и Кришну оттуда увезли в Гокулу. Матхура — это Шудасата Бумика, а сердце Васудева — это Вишудхасата Бумика. И вот поэтому Кришна сначала явился в сердце Васудевы, потом перешел в сердце Деваки, она олицетворяет собой Бхакти Деви. И сейчас мы я под руководством Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа расскажу о явлении Кришны. Вот Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа описал свои чувства перед тем, как Кришна first of all, we find Kamsa going to kill Kamsa. И вот перед явлением Кришны можно видеть, что Камса убил шесть его этих братьев, сестер. То есть Камса шесть детей Деваки убил, и потом седьмой. Когда седьмой. Родился Баладев. И вот Баладев вошел в чрево Деваки, чтобы очистить, подготовить место для явления Кришны. Дауджи Махарадж является перед явлением Кришны, иначе Кришна не может явиться. Это должно случиться. Кришна сначала посылает Гуру Татву, и после этого шесть различных этих. И вот шесть других детей были убиты Камсе один за одним. И сейчас мы должны думать, из Пуран Гурупад Падма приводит такое свидетельство, кто такой Камса. В прежней жизни он был Калнеми. Калнеми был в прошлой жизни. А кто он? Калнеми – это сын Хираньякашипу. Калнеми – это сын Хираньякашипу. Kalnami is the son of Hiranyakashipu. So, and this six sons. И вот шесть этих детей. And Kalnami is the son of Kalnami has so six sons. The previous life, у этого Калнеми было шесть сыновей в прежней жизни. И вот те дети, которые родились у Деваки, они в прежней жизни были сыновьями Калнеми, и они, не спросив деда Хираньякашипу, они отправились совершать баджан браме. Не спросив разрешения у Хираньякашипу, своего деда, они отправились совершать уединенный баджан. И когда Хираньякашипу узнал, что они, не спросив у него, ушли, когда они вернулись, он сказал, я
у меня нет милости к вам, уходите. Не спросив разрешения, вы ушли совершать баджан. Как это? Ваш отец в следующей жизни убьет вас. Ваш отец Калнеми. Это мое проклятие. Вот они родятся в Матхуре, в чреве Девайки, и эти шесть детей Калнеми. Раньше что с ними было? В их прежней жизни они были сыновьями Маричи Риши. Маричи, когда творение происходило, Маричи, он сошел из ума Брамы. Кроту. Один Риши, Корат и Кроту. Из ладони Кроту произошел. Из сердца Нарада, и вот с различных частей тела различные риши произошли. Маричи из ума произошел. И вот эти шесть сыновей Маричи Риши. Однажды они посмеялись над Брамой, что Брама и вот Сарасвати была дочерью Брама. Брама была очень прекрасна, но Брама, он явил такую лилу, чтобы показать плохие последствия этого. И вот, увидев прекрасную Сарасвати, Брама, он побежал за своей дочерью. И эти шесть сыновей Брамы начали смеяться, что этот Брама бегает за своей дочкой. И все риши муни начали возносить молитвы: о, Брама, нет такого правила. Сарасвати, она твоя дочь. Ты наш Махаджан. Великая душа, но была такая лила. Брама не мог совершать ошибки, но он просто явил такую лилу, и мы должны понять эту сиданту, что иногда кто-то возражает, что те великие риши муни, они совершают ошибку, и мы, если совершаем аж такую же ошибку, в чем проблема? Но они не понимают значения. Если мы думаем так, что Васишта муни совершил ошибку, какой-то проступок, какой-то муни тоже совершил проступок, это и они падшие, то нет, это не так. Они не совершают ошибку, они совершают это, чтобы показать другим, как не нужно делать. Они показывают, что если делать что-то вот так, то получим такой результат. И чтобы показать нам мильный камень, буквально указание поставить, явить пример на пути баджана, что если сделаем так, то будем страдать от того и того. И вот Шабари Риши страдал, Васишта Муни так много страдал от такого примера. И если мы обусловленные души будем думать так, что они, если они совершают ошибки, то это мы можем, но это неправильно, это не сиддханта. Иногда те глупые люди приводят такой аргумент: о, Махарадж, Мунинам Чави Брамаха. Те муни риши, они тоже совершают ошибки, то что плохого, если мы что-то совершим не то? Но нет, они не совершают ошибки, они показывают нам пример. Понимаете, о чем я говорю? Иногда кто-то привлечен, имеется в виду, ну, какой-то риши или муни. Вот Урваши привлекся, этот сила. Вот кто-то вот привлекся какой-то этой куртизанкой. Но если мы будем думать, что они совершают ошибки, мы тоже можем совершать, то это неправильно. И говорится, Мунинам Ча Випрамаха.
те муни решения показывают нам ошибки, которые не нужно совершать, и последствия, если мы их совершим все-таки. Но я прошу вас, если вы хотите следовать Шри Чайтанья Махапрабху, то лучше следовать Шри Прабхупаде Бхактивинода Такура. Почему? Поскольку Шрила Бхактивинода Такура и Шрила Прабхупада, они показывают такой чистый пример. И показывают так, что чтобы у нас не было возможности неправильно понять их. Почему вайшнавачари, они настолько осторожны, аккуратны? Они не совершают никаких ошибок, но они все равно очень осторожны. Если они делают так, то то есть мы не должны, эти ачари, они не оставляют никакой возможности понять их неправильно. И поэтому Шрила Прабхупада был очень осторожен, когда к нему пришла старая сестра, ей было уже за 65, и она пришла, зашла в библиотеку. Шрила Прабхупада, когда туда заходил, он громко крикнул: «Есть ли кто-то там? Есть ли кто-то там?» И мой Гурудев, когда он услышал это, он сразу прибежал туда, и он увидел, что там эта 65-летняя сестра Шрилы Прабхупады зашла, не спросив разрешения. Шрила Прабхупада не заходил туда. И я также пытаюсь следовать всем их правилам и предписаниям. И вот однажды Махарадж был в библиотеке и отправил преданного, с которого был с ним, отправил его поменять словарь в Навадвипе. Но Махарадж сказал, чтобы когда он уходит, чтобы он снаружи его закрыл в библиотеке, чтобы никто там случайно не зашел. То есть Махарадж занимался своим служением и попросил преданного закрыть его снаружи. И поэтому Махараджа ключей нету. Ни к чему. Чтобы никто не мог неправильно понять его ни в коем случае. И вот Махарадж занимался каким-то служением в Калне с этим. Этим DTP, этот набор текста и предпечатная подготовка. И вот дождь был, они там работали, и дождь начался, и тот человек, который набирал текст для Махараджа, сказал, что ему нужно в школу съездить, ребенка из школы забрать. И Махарадж сказал, что если вы уйдете из дома, я тоже уйду. А почему? Поскольку ваша жена тут внизу на другом этаже, но я все равно не могу находиться. Или можно вместе под дождем в школу съездить за вашим ребенком, но дома один с вашей женой не останусь. И вот все действия должны быть такими, чтобы обусловленная душа не могла даже подумать что-то неправильно. И вот мы не можем сказать то, что Брахма совершил ошибку, и как мы можем ожидать, что Брахма наш гуру, как Брахма может совершить ошибку? Это была такая лила, что Брахма не совершил ошибки. Видите, эти шесть сыновей Брахмы, шесть сыновей Маричи, точнее, они посмеялись над Брахмой, своим дедом, то, что он бегает за дочкой, и это оскорбительно было, и они были прокляты и стали демонами. Они родились как демоны в кшетре Калнеме. Это история такая, их прежняя жизнь. И после этого Вишванатха Чакраварти Пад говорит, Ишидас Госвами Пад говорит, Гурупад Падма
он говорит о том, что они говорили, и вот суть в том, сейчас вы сказали, что Девики — это Сута Сатва Бумика. И вот Деваки — это Бхакти Деви, чистая Бхакти, и там Кришна является, но перед этим, как это было возможно, что шесть сыновей Калнами, как возможно, что они родились в чреве Деваки? Как это возможно, хотя вы сказали, что Деваки, она Шудда Бхакти, и как какие-то материальные демоны могли появиться в ее чреве? И вот вопрос такой. Эти шесть сыновей Калнами, они материальны. Каким образом они вошли в чрево Деваки? Как мы можем ожидать, что Деваки родила демонов? И вот Вишвана Чакраватипад приводит такой аргумент, что это возможно, поскольку у Кришны непостижимая сила. В Чатушслоках Бхагаватам это описывается. В этих Чатушслоках Бхагаватам там описывается вся Сиддханта. Но кто может так понять сразу? Гьянам парамам гуджхам нивьят вигьяна саманитам саарасан каданма чагьяна гуриддам нея. Джаван хам джатха хава ядрук гугунна кармакаха татрива татта вигьяна устуте магамура. Охам хибасу мебагрина наджа саасат парам пасча дхам джадитача джавасиси свасмиям. Рити артам джатпати дана пратиятю чатмани тат бидда татмана майам джатха васу джатха прамаха. Джатха махатти хутани бутесу уччавати жун правишчан на бавишчане навтешу навтешу ахам. И вот в этих четырех шлоках Бхагаватам Кришна говорит, что я внутри всего, я везде сущ, я присутствую везде и в то же самое время нигде. Кришна говорит, что он везде сущ, нет ничего, где бы его не было, но в то же самое время его нигде нет. Понимаете? Маханти значит все. Я вхожу во все, но в то же самое время я имею отдельное существование. Не путайтесь. Кришна Вишвана Чакраватипад говорит, эти шесть гарб, шесть этих беременности Деваки, они в таком виде. Вишвана Чакравати говорит, что благодаря уникальной лиле Кришны, непостижимой лиле Кришны, это невозможно, и все же это возможно. Это вообще невозможно, но в то же самое время возможно. Вишвана Чакравати говорит, эти шесть беременностей Деваки, они как уникальная лила Кришны. Они вроде бы были там в ее чреве, и в то же самое время их не было. И в то же самое время вроде как и были. То есть они вроде бы были в чреве Деваки, и в то же самое время их не было.
И таким образом Вишвана Чакравати Пати объясняет, и не может быть такого, что, что шесть дживатм было в чреве Деваки, откуда родился сам Баладев и Кришна. И вот этот Калнеми, согласно проклятию Хираньякашипу, в образе Камса убил своих шести сыновей, и после этого Баладев, согласно наставлению Кришны, явился в чреве Деваки. Намасте Баринам Сашра, Намасте Дхарани Дхара, Прарамбаре Намасте Ту, Трахи Ман Кришна Пурваджа. Кришна Пурваджа? Кришна Пурваджа? Кришна Пурваджа значит все остальные. После этого, последствия. И после того, как 6 месяцев прошло, это плод, он переместился в чрево Рахини, она находилась в Гакуле вместе с Яшодой. И с помощью йога-майи этот плод переместился в ее чрево. Если вы сомневаетесь в этом, это значит, что вы майявади. Это для Кришны все возможно, что такое йога-майя. Вы знаете, что такое йога-майя? Джива Госвами Пад, что говорит о йога-майе. То, что невозможно, это возможно. И эта Гарбха была перенесена в чрево Рахини. 6 месяцев прошло, и там Баладев ждал до явления Кришны. Кришна. И вот перед незадолго до явления Кришны Баладев явился. Кто-то спорит, говорит, что Баладев не рождался. Но если вы разумны, духовно, вы должны подумать под руководством Гурваги, что ничего не написано. Гуру-таттва — это сокровенная таттва, где объяснение Радхарани, есть имя Радхарани Бхагаватам. Весь Бхагаватам можно искать и не найти. Можно ли увидеть явление Радхарани там, в Бхагаватам, или явление Баладева? Там немного что-то описывается, но не подробно, Гуру-таттва она скрытая. Но в Гарба-самхите и других местах можно найти явление Баладева. И вот Пуран значит Пура-итти, если ничего не написано детально в Бхагаватам, Пуран значит компенсирующий фактор. Пуран, что значит Пуран? На бенгали, на санскрите Пуран значит такой компенсирующий фактор. Пура идти, идти Пуран. Пура значит, если полные вещи не дано, но полное представление, информация можно найти из Пуран, чтобы это все прояснить. И поэтому имя Пурана. И в Брахманда Пуране и в другой Пуране все описано. И вот из всех Пуран, Бхагавад Пурана наивысшая и наивысшая у Бхагавад, наивысшее указание Бхагавад Пурана — это обретение према бхакти. Какова суть Бхагаватам? Имя Радхарани нельзя найти во всем Бхагаватам. Но где говорится, но Радхарани — это суть всего, она более важна, чем Кришна. В обсуждении Бхагаватам, если Таттвагьян Саду не может осознать Рада-таттву и представить эту уникальную лилу, но это Рада-таттва более важна, чем
Кришна Таттва. Я о явлении, скоро день явления Радхарани, я буду говорить об этом. Кто-то говорит, что нет имени Радхарани во всем Бхагаватам. Шрила Прабхупад разгневался, когда услышал об этом. Вот вскоре день явления Радхарани, я буду говорить об этом. И вот какова суть Шримад Бхагаватам. Бхагаватам, она не отлична от Кришны. Шримад Бхагаватам — это не это сам Шри Кришна, Сакшат Кришна Эвахи. Шримад Бхагаватам Махапурана, о Шримад Бхагаватам Махапуране, Шукадев Госвами говорит Махарадж, Сакшат Кришна Эвахи Бхагаватам. Это сам Шри Кришна, он явился в форме Бхагаватам в эту Кали-югу. В эту Кали-югу Кришна явился в форме Бхагават Махапураны. Но суть Бхагаватам, учение Бхагаватам каково? Махапрабху дает такой урок. Он показывает путь абсолютной любви, любви Радхарани. Если мы не узнаем, а если мы читаем Бхагаватам и не находим ничего о Радхаране, то это глупо, поскольку Радхарани — это суть всего Бхагаватам. Мы должны понять настроение Радхарани, как Радхарани служит Кришне. И мы должны тоже развить такое чувство Радхарани. Это абсолютный гуру. Радхарани дает нам урок своим примером. Есть такие прекрасные киртаны, но почувствовать их. И Санатан Гасай также очень прекрасно описывает все в Раджавасе. Они так поют прекрасные киртаны в честь явления Кришны. Есть такой вот киртан короткий в честь явления Кришны. Rojhe Rojhe Bon, very nice kirtan, shorts of kirtan, you know, very, Sri Radha Madhava Punja Vihari, this small, small kirtan there, in one kirtan book you can find. И вот в книге киртанов вот можно найти такие киртаны в честь явления Кришны, они очень прекрасны. И в Раджавасе такие уникальные качества, их бхава на отличная. И вот суть в том, в чем суть нашей дискуссии о том, что И вот Баладев через 6 месяцев его переместили в чрево Баладева, а точнее чрево этой Рахини Баладева переместили. Кришна явился не на 10 месяц, а раньше. Если посчитать, Баладев ждал 6-8 месяцев. Ну, в общем, Кришна и Баларама, они явились в промежуток где-то 2 недели.
сначала Баладев явился, потом примерно через две недели Кришна. И таким образом много таттвы я хочу обсудить, но времени мало. И вот сейчас я хочу рассказать о теме явления Кришны, как Кришна явился и прочее. Из Шримад Бхагавата Махапурана с шлоками. А если буду говорить о Кришна Таттве, это займет долгое время. Из Шримад Бхагавата Махапурана я сейчас цитирую шлоки. После явления Баларамы Кришна собирается явиться. How Krishna is going to take birth? This is today is the day. И вот сегодня день. Today is the exact day when Krishna. Когда Кришна является. So in Gokul. В Гокуле. First of all. И вот в начале всего. Кришна является в чреве. Krishna after Balaji Maharaj making background, then Balaji Maharaj was transferred there. Then Krishna going to take birth. И вот Кришна является из чрева Яшомати, и также мы можно видеть явление Кришны внутри тюрьмы, где Васудев и Деваки находятся. И там мы находим, что ночью Кришна является в четырехрукой форме, держит палец, лотос, чакру и раковину. И вот он явился, осветил своим светом всю тюрьму, и Васудев и Деваки со сложными ладонями начали возносить ему молитву, и Кришна говорит: я явился в этой форме, чтобы напомнить вам, что в моей прежней жизни вы также вы совершали аскезы. Вы хотели обрести милость от Брахмы, чтобы получить сына подобному мне. Но во всей вселенной нет никого, кто был бы подобен мне, и поэтому я явился сам к вам. И вот Кришна явился в такой четырехрукой форме, и Васудев и Деваки они начали возносить молитвы, и Яшода сказала, что ты наш сын, но кто ж поверит? Нет таких примеров, что кто-то в четырехрукой форме явился с палицей, чакрой, лотосом и раковиной. А Кришна сказал: я просто явился, чтобы показать вам, что вы хотели обрести сына подобного Верховному Господу. И вот в предыдущую калпу они, родители Кришны, хотели получить благословение от Брахмы, чтобы обрести ребенка подобного Кришне. Брахма, конечно, благословение дал, и Кришна тоже хотел исполнить их желание, и Кришна, сам Шри Кришна, явился в форме их ребенка. Bhotu Bhaman, Bhaman Devji Maharaj ki jai. In the form of Bhotu Bhaman. There also you, my father, mother. Previously also, you know? Ram in the form of, or in different form, I am bound to come. So, Bhaman Dev is more, you know, is Satya Yuga. Bhaman Dev, он Satya Yuga, то время Трета Юга было. Now actually I'm coming in this form to. И вот я пришел в этой форме, чтобы напомнить вам, чтобы вы не забыли. И Деваки начала возносить молитвы ему, и тогда
Кришна принял форму обычного человеческого младенца. Его четырехрука форма изменилась, его деваки увидела мальчика и сразу же забыла о том, что тот был в четырехрукой форме. Это произошло по воле йога майя. Если бы они помнили об этом, то любовь она была бы смешана со страхом, с благоговением, и поэтому она сразу же забыла о том, что видела Кришну в четырехрукой форме, и стала относиться как к обычному ребенку. И потом, по указанию Верховного Господа Васудев, он вышел из тюрьмы, все эти ворота по воле Кришны открылись, а охранники уснули. И вот Васудев пошел с Кришной, но там по дороге Ямуна была с большими волнами. И Васудев подумал, как же пересечь эту реку. Это невозможно. И вот он думал. И тем временем Анантадев, он шел сзади в форме зонта. Это змея Анантадев, и своим капюшоном она накрывала Анантадева от дождя. Cloud also some gum gum this kind of sound raining and after that Vasudeva Maharaj went in front of Yamuna. He was in problem how to cross. И вот он подошел к Ямуне, думал, как же пересечь реку, и тогда шакал пошел, побежал по воде. И Васудев подумал, что там воды мало, наверное, поэтому тоже решил вброд перейти. И вот он пошел в Гакул. А как он за такое короткое время до Гакулы дошел, это все по миле, по милости йога майя произошло. Если сейчас из Матхуры попросить кого-то сходить до Гакулы, то это 20 километров как минимум. И когда мы совершаем парикраму по Враджа-даме, то там достаточно большие расстояния. А для Васудевы за короткое время, как он смог дойти? Но это все по воле йога майи произошло. И вот сейчас очень важное в Гопал-шампу, составленный Джива Госвами-падом. И вот Джива Госвами-пад говорит, что там нечто прекрасное произошло. Никто не знает, когда. Васудев пошел и вот Васудев, когда дошел до дома Яшоды, то она уснула от усталости. И вот он, Васудев, положил ребенка, и по указанию Господа он забрал девочку, которая была рождена еще матери. То есть у нее, она родила этих двойняшек, мальчика и девочку, Йога Майю и Бхагавана Шри Кришну. Понимаете, о чем я говорю? У нее двойня родилась, Йога Майя и Кришна, Нанда Надан Кришна, но Васудев не мог определить по воле Майя. И вот он положил этого мальчика, его, и положил его рядом, и они слились в одно. Васудев Кришна и Нанда Надан Кришна. И одна важность сиддханта в том, что Йога Майя вначале родилась. Йога Майя родилась И вот подтвержу, и
я скажу точно. И вот мы соблюдаем аштами, которая соприкасается с навами, и это свидетельство того, что и вот смотрите, мы никогда не соблюдаем аштами, которая с саптами соприкасается, а только аштами с навами, которые... То есть седьмой день с восьмым мы не отмечаем, а восьмой с девятым, поскольку не забываем, что йога майя тоже явилась, и в этом случае это титхи, и никто не знает. Васудевджи просто пошел забрать этого ребенка и вернулся назад в тюрьму в Матхуру, и автоматически эти двери все закрылись, замки замкнулись, а девочка, она, как оказалось, на коленях у Деваки, она начала кричать, плакать, и эти стражники открыли, проснулись, все, родился ребенок, побежали сказать Камсе, поскольку наставление Камсы было в том, что рождается кто, если любой ребенок, нужно ему сообщать. И вот они побежали сообщать, что о царе, ребенок родился, и Камса не мог себя контролировать, поскольку он очень беспокоился, не мог спать даже как следует. И когда эти стражники сообщили ему, тот сразу побежал в тюрьму. Его волосы были растрепаны, одеться он тоже не успел как следует, поскольку вопрос жизни и смерти стоял, что кто кого убьет. И вот он побежал, открыл тюрьму, взял, забрал эту девочку и сказал, да. И Деваки начала плакать, о, брат, это же девочка, то есть столько сыновей убил, а как же мне жить, я сестра твоя, пощади дочь хотя бы, чтобы я жить смогла спокойно. Нет, он забрал ее и хотел кинуть на камень ее, но эта девочка вырвалась, приняла восьмирукую форму йога майя. И таким образом Камса видит восьмирукая форма и йога майя, маха майя смеется над ним. Ты хочешь убить меня, тот, кто уже родился, а тот, кто тебя убьет, он уже родился, не беспокойся. О, действительно, Камса разочаровался, пришел и вот пошел просить прощения у своей сестры, у Деваки. Сказал, что это полубоги меня обманули. Я не думал, что они меня обманут, поэтому вот убивал твоих детей на всякий случай. Они сказали, что вот восьмой ребенок убьет меня. И этот Камса начал говорить о том, что жизнь и смерть – это все временно, поэтому не волнуйся. Ты сам этого не понимал, а не вечности жизни и смерти, но пытался что-то рассказать Деваке, но вот попросил прощения, что вот это зависит от удачи, кто-то раньше умирает, кто-то позже, вот твои дети сразу умерли. Я просто инструмент был, и вот, в общем, просил прощения, и Камса освободил Васудева и Деваки из тюрьмы, попросил прощения за свое оскорбление.
говорил, Шавад попадет за такие дела. И вот Камса, он так причитал, и после этого... Тут на... И вот когда пришел Нарада, спросил, как дела, что ты тут беспокоишься так сильно, и Нарада сказал, что 8 детей уже родилось, и Нарада сказал, что ты глуп, эти полубоги, они хитры очень, как понять? Сказали, что 8-й ребенок тебя убьет, но как его считать, с начала или с конца, или с середины? То есть 8-й может быть с начала или 8-й с конца. Поэтому и вот этот Камса был очень благодарен Нараде и начал убивать всех детей на всякий случай. И это у Нарады такое настроение, чтобы ускорить лилу. И он хотел, чтобы Камсу побыстрее убили, поэтому дал ему такой совет, чтобы тот побольше оскорблений насовершал и поближе к смерти подошел. И вот и после этого Васудев Кришна, он слился с Нанданаданом Кришной, и только по отношению к Нанданандану Кришне говорится, но это только для Нанды можно сказать, а не для Васудева. Нандатмаджа. Это слово только к Нанде Махараджу применяется, что он сын Нанды, это действительно так. Это сокровенный сиддхант. И вот сейчас я из Бхагаватам цитирую эти шлоки, которые описывают явление Кришны. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and the Brahmin came there to meet, you know, there in Allahabad, you know, Raghupati was there. И вот в следующий раз Махарас будет говорить вот о том, что в Аллахабаде какая дискуссия была между Браманом и Махапрабху. И когда будет больше времени, Махарас объяснит это его. И вот где Махапрабху спросил Брамана Рагхупати Упадьяя. И вот Шичитани Махапрабху спросил Рагхупати Упадьяя, о Рагхупати, какая дама наилучшая? И аватара Кришны какова наилучшая? И аватара Кришны в каком возрасте самая наилучшая? Very small age. Krishna 16 age. But actually up to 16 years Krishna was not there in Gokul. Jivagaswami was giving argument and Krishna was, you know, 11 years something. Jivagaswami говорит, что Кришна был... Но вот Jivagaswami Pad говорит, что он сын Нанды Махараджа. Эти, поскольку он был сыном царя, то они развиваются быстрее. То есть мы поклоняемся Кришне 16-летнему, но Кришне во Вриндаване не было, когда ему 16 было, он до 11 был. Но Джива Госвами Пад говорит, да, поскольку
11-летний Кришна выглядел как 16-летний, поскольку он сын царя был. То есть они в таком возрасте выглядели физически старше своего возраста. И поэтому в 10-11 он выглядел уже там почти на 18. You cannot digest. So I like to go to Bhagavatam directly to explain something and finish today. И вот Шримад Бхагаватам Махапурани в третьей части описывается о том, как Кришна явился. Шишука сказал. It is written, Atha sarva guno petaha kalaha parma sovanaha jarhi eva janmarkham Shantarkho Grotarkam. When Krishna was about to take birth, that time all star position and everything was unique. Когда Кришна собрался являться, то положение звезд и все остальное было уникально, очень благоприятно. Atho sarva guna petaha kalaha param suvana yarhi eva janmarkham Shantarkho Grotarkam. All time position, everything matter. All as if it's a donation to Krishna. И все звезды стали в такое положение, чтобы как-то сделать явление Кришны уникальным. Они все вложили что-то, пожертвовали что-то в честь дня явления Кришны. Не только это, а также во всех 10 направлениях. North, east, west. То есть в ведической системе не 4 стороны, а 10. То есть не просто север, юг, запад и восток, также вверх, вниз и по углам еще эти направления. Дождик называется. Со дишаха прашедур гаганам нирмалору гонодаям махи мангало вишто пуро грама бржакара. Dishaha prasedu, all ten direction of just like laughing and dancing. And in the sky there is. И на небесах были прекрасные, прекрасная луна. Каждый день луна и звезды, но особенность в чем была? Но когда вот во время Гуру Пурнимы и Кришна Джанмаштами, они какие-то особые. By the backing of your love there, and Sreeman Janachurita Bhakti Vilochaneno Santo Sadaiva Vilokayantin Yam Syama Sandaram Achinda Guna Sarvam Govinda Vadigur Shantaram. So, Dishaha Prasedur Gaganam Nirmaloru Ganodayam Mahi, this world, Manapithivi Art Mangala Vishtapura Gama Ujakaraha, or everywhere. Covered fields and village, everything, all dancing. And not only there, but also Nadaha Prasanna Sarida, Radha Jalo Ruhasriyaha, Dijo Dijali Kulo Sanyado, Stavaka Vanaraja Yoho. Nadaha, Nadaha, all rivers, and there, Nadaha Prasanna Sarida. Prasanna Sarida, and the water is laughing. И вот все было очень радостно. Вся природа, растения, цветы, деревья, вода. И все водоемы. Это все украсило Враджадаму, как Ямуна она принесла цветы лилии и лотоса. И все было видно, как что-то все украшено. Prakriti going to give a final touch. Naddaha prasanna salila, radha jalur vasriyaha,
And Dijali Kula, Sanyado, Dijali Kula, all, you know, those honeybees, they are doing the murmuring, you know, making some sound, boom, this sound. Dijali Kula, Sanyado, Stavaka, Vanraja Yoho, everywhere decorated, everything, fruits and flowers, as if some finals are giving by. И вот все было украшено к явлению Кришны, как будто кто-то специально взял и украсил. И вот говорится, что Радхарани все сделала. Babu Bayuhu, everywhere, very slight, gentle winds are blowing. Yes? Bearing the nice smell of flowers. Very nice smell of flowers. When wind blowing, then carrying, going to carry the beautiful smell of those flowers. Babu Bayuhu, и ветер, он разносил прекрасный аромат цветов. Ветер, он каждый день дул. Но сейчас этот ветер, когда он касается меня, я чувствую как какое-то прекрасное прикосновение. And Agnayascho Dijatinam Santas Tato Samankitaha, you know, as if those were Brahman Vaishnav Dijati, Брахманы Вайшнавы, они начали совершать ягью, разводить огонь для яги с великим энтузиазмом. Агнаяшчо дижатинам шантахастатро шамандитаха эр мананси асана прасанняни мананси асана прасанняни эна садхунам асурадрухам джайомане ажане тасмин неду дунду бхайо дивихи. You know, there is written actually when Krishna going to take Abhirva. И вот говорится, когда Кришна являлся, то прекрасные музыкальные инструменты играли, гандхарвы, кинары, у них особые дандуби называется, особые какие-то музыкальные инструменты, и все люди. Их ум стал очень умиротворен, счастлив, без Камсы и его приспешников. Все дживатмы начали радоваться, танцевать, и на день явления Гуранги также описывается. Никто не знал причины, почему все танцуют, какова же причина. Манаси асана прасанняни. Асана мане already. All the minds of all jivatma were again prasannani. Sadhu нам, sadhu нам, asurat druham, are without kamsa and his group already. Jayo мане ajane tasmin nedur dundubayo divi. Divi. In heaven, на небесах можно было видеть, что гандхарвы и кинары, они танцуют и играют на своих инструментах. Йогюху киннаро гандхарва туштубху сиддха чаранаха бидда дхарьяшчо намритур апсарохи самам тана. Самам мане at a time. Самам значит одновременно. Видадхара гандхарва, киннара,
они все играли на инструментах и красиво пели, танцевали. Or at a time they started dancing, singing, Gandharva, Kinnara, Vidyadhara, oh, you know, Yagyuhu, Kinnara, Gandharava, Tushtubuhu, Siddha, Charana, Vidyadhara, Yastra, Namritu, Apsarohi, samam tada, mani, at a time. At present, after that, Mamuchur Munayo Devaha Sumanansi Mudanitaha. They become very happy. Going to throw flower. Krishna Jayo, Krishna Jayo from heaven. Mamuchu. Mamuchu means that? Mamuchu means set free. Также они кидали цветы сверху. Mamuchur Munayo Devaha Sumanansi Mudanitaha. Very happily they are going to Sumanansi. И вот они you так know? Счастливо кидали Sumanansi. Цветы вниз с небес. Мандан мандам жаладхара, жагджур, жагарджур, жагарджур, ронусагарам. Those were и те, кто были на небесах, они также радовались, они трубили в эту раковину. Manda mandam jaladhara jagarju ranusagaram. They are dancing and going to meet their husband. See, all rivers their husband. See, Nishite tamadhute jayamane janardane devakyam devarupinyam vishnu sarva guhasayaha. Vishnu? Вишну, он пребывает в сердце каждого, и этот Вишну, он родился в тюрьме, где были деваки с Васудевы, и все так было прекрасно украшено. Авирасид ятха прачам дишу инду рива пускалаха. You know, that as if Чандрама. И вот подобно тому, как луна. We can see Chandrama in the sky. Когда она восходит, можно видеть ее и с этим указанием, что Шукадев Госвами хотел сказать четко, что явление Кришны, не думайте, что это как рождение какого-то человека, это не совершенно не то. Слово «прачам», что это значит? «Прачам» значит… Прачам, you know, don't know? Это санскритское слово. West. Это этот you know? Запад. Прачам, прачам, west, west. Яну, Чандрама rising, no? Луна на восходит на западе. Side, like, и you know, этот признак, как солнце восходит на востоке. So actually, when sun когда солнце восходит, то это не значит, что восточное направление рождает солнце. Солнце восходит на востоке, но это не значит, что этот восток рождает солнце. Нет, солнце уже есть. Солнце просто выражает почтение этому востоку, что восходит с восточной стороны. И все говорят, что солнце восходит на востоке, и таким луна восходит на западе, соответственно. So avirasid yatha pracham dishu induriva puskalaha. Very clean, very stainless. You know, this decoration there. After that, I can read very fastly because time cannot pass. И вот сейчас времени мало, Махарадж на санскрите будет читать шлоки. Tamadbhutam balakam amujekshanam chaturbhujam sankho gada yudhayudham sivatsa laksham galasovikastuvam
Pitambaram Sandro Payodo Shobhagam. What is the meaning? This means Tamadbhutam Balakam Ombudikshanam. И вот этот прекрасный ребенок явился с лотосными глазами, четырехрукой форме. Четырхбхужам, шанхо, гада, юдха, юдхам, ал, шанхо, чакра, шанхо, конч. Шанк, значит, этот... Тамад бхутам балакам амбуджекшанам чатурбхужам шанко гада юдха юдхам сиватсалакшам галасобха костивам. And here we can find oscillating kostubha mani. И вот у Кришны в руках была палец, чакра, раковина и цветок лотоса, и Каустубха висела на шее. А Питамбар значит, цвет его одежды подобен цвету, цвету огня. Сиваса лакшам галасови костубам питамбарам сандро пайодо собхагам. Very nice, питамбар, everything all decorated. Махарго байдурьо кирито кундула тиша пари шакто сахасра кунталам. Yes, in his crown, байдурьо мани. Махарго байдурьо кирито кундула тиша. Тиша мин, light coming, emitting. Hello. Тиша значит свет исходит. Махарго байдурьо кирито кундула тиша пари шакто сахасра кунталам. And Uddhava Kanchangado Kankana Divir Birochamanam Vasudeva Oikshata. Vasudeva watching, what is this? Very nice. И Васудев смотрел на эту, на это прекрасное зрелище. Здесь слово кунталам значит украшение какое-то. And Uddhava Kanchi, Uddhava Kanchangado, Kankana Divir, Viro, Chamanam, Vasudeva Ikshata. There is bangle here. И вот он был украшен различными украшениями, его пояс был украшен, руки и прочее. И Васудев смотрел и думал, что это. И Васудев очень удивлен был, что же я вижу. И вот Васудев был в тюрьме, как же ему выбраться, но он радовался явлению Кришны как своего сына. И несмотря на то, что он был в цепях при закрытой двери, и Васудев подумал, что хотя бы в уме я могу предложить тысячи коров браманам и вайшнавам. И вот так он в уме раздал коров.
Сутам билопчано кудунду вистада Кришнаватаротсаво Самбрама спришаттуда Дивебхьо аютам аплуто габам Атхайнам асто Атхайнам астоушат авадхарджа пурушам парам Натанго пудхи кританджалихи Сарочи сабхарато Сутика грихам вирочаянтам Гатохи прабхавадит Хе Бхарат, Бхарат мин О, Бхарат, Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджа, и вот здесь, о царь, это прекрасное, великолепное зрелище, языком мы не можем описать это. Васудев смотрел и ждал, что я вижу. Он думал, что это, о, это Парампуруш, он явился в форме моего сына. Ато Энам, это Махапуруш, Парахилешвар. А что он начал возносить молитвы, и поняв, что он Верховный Господь, начал возносить ему молитвы. Because that time, na, Athainam Astoushat, Stauti, Stuti Kora. Astoushat, man already, Dan Stuti. Athainam Astoushat, Avadharjo, Purusham Param, Natango, with Benta, humble. И вот смиренно, склонив голову, Критадхи, он думал, все, весь, он думал о Верховном Господе. И из тела Верховного Господа какой-то свет всегда исходит, и этим светом, который исходит исходил из тела Кришны, вся тюрьма была освещена ярко. Она была полна света. И он стал бесстрашным и подумал, что вся ситуация решится. И Махарадж уже говорил, как этот Кришна явился. Потом Васудев как пошел в Гокулу, чтобы поменять этих детей, и таким образом явление Кришны. Мы должны думать, что сейчас, когда я говорю Харикатху, в какой-то Брахманде Кришна является. И когда я говорю, что Кришна является сейчас, то это так и есть. Хотя в нашей Вселенной, но в 12 ночи, но в какой-то уже полночь. И когда вот я говорю Харикатху, несомненно, в какой-то Брахманде Кришна является, и вот сегодня день явления Кришны. Джой. Меру лала джуле баджина ник холе жока дио Браджаваси, they are singing. И вот Браджаваси поют такие киртаны. So any question if you have, если вопросы какие-то. Меру лала джуле палона Тора холе жока дио we can do when you are trying to get that kind of moon. Otherwise I am a cheater. So и вот, okay, если есть вопросы какие-то, я ответил уже на все вопросы. Это то, что я ухожу, это не значит, что в Джанмаштами нужно только не есть и не спать. Нужно еще и воспевать киртаны и помнить Кришну.